Рад видеть вас на очередных наших соревнованиях. Мне всегда приятно, когда вы приходите и ловите здесь рыбу. И если утром я иду и вижу, здесь человек 20-30 сидит, значит, клев идет, рыба клюет хорошая, и удовольствие рыбаки, которые приходят половить рыбу, они его получают, естественно. Но сейчас вы видите, чуть-чуть мы очистили пруд. На следующий год попробуем, вода вот цветет постоянно, водорослей нет, убрали водоросли. Ученые приехали, предлагают химию, но и сами боятся тоже применить химию для того, чтобы вот эту водоросль убрать. Но думаю, какую-то мы очистку сделаем, механическую, может быть, чтобы вода посветлее была, чтобы, ну, глаз радовал. А рыбу как запускали, так и будем запускать, чтобы вы могли прийти утром или вечером, посидеть часок-другой, испытать удовольствие от пойманной рыбы, подержать ее в руках, завести на крючок червяка, или, как помните, у нас позапрошлый год, по-моему, победитель чемпионата добавлял, что у нас? Керосин. Керосин, правильно. Единственный человек добавил керосин и поймал больше всех. Не подобрали ни пьющих, поэтому рыбалка будет сегодня, судейство на рыбалке будет строгое. И сейчас для приветствия еще раз предоставлю слово главному судье соревнований Арефьеву Владимиру Ивановичу. Ну, разрешите еще раз вас поздравить с праздником, всем пожелать крепкого здоровья, побольше поймать рыбы в честной спортивной борьбе.